приехали в каньон, сегодня суббота вечер, погулять на улице, очень хорошая погода, но Габи сегодня проспала, и мы решили пойти вот в очень красивый магазин, он находится в Лон Милс, что в городе Вон, поэтому я вот вам снимаю. Работает. Так, здесь стреляют. Кто здесь крутит? Гномик стоит. Гномик внизу под коробкой стоит, наверное. Это уже как крисмовские такие эти. Ну не марки, это развлечения. Все украшено. Вот поет. Уже можно с Санта-Клаусом фотографироваться. Вот уже там подходит. Ну, мы попозже придем, не сегодня. Санта-Клаус вблизи. Тут все оформляют. Видите, разные такие аттракциончики маленькие для деток. Ну что, оно сейчас не работает. Джип там не работал. А вот такой набор продается. Такой набор продается для поезда. Это круг, просто круг. Все, что вокруг, это настроили не сами. Это просто круг. У нас такой круг есть. Для любителей рыбы, рыбалки, всякие рукоятки, спиннинги. Ну, вот как это все красиво оформлено, вот цены, не знаю, как это называется, все. Вот. Ну, в общем, есть дорогие, есть дешевые.
и за 109 долларов. Вон сколько удочек. Это чтобы вы понимали просто. Вот там вот начинается, видите, сверху такие палки. Это все удочки, каждый ряд удочки. И с другой стороны тоже. Вот. Сейчас вот этот ряд идет. Удочки, видите, удочки, удочки. Все сверху удочки стоят, палки, удочки. Удочки, каждый ряд, это все удочки. Дофига удочек. Тут медведь стоит сверху. Медведь. Там самолет летит. Вау! Классно! Как классно! Вау! Это сделанный аквариум. Прямо внутри этого стенда сделан. Там, где мишка стоит. За день, на самом деле, буквально в два магазина Габриэль не дала нам. Я вам хочу показать, что вот я такого плана Томми футболочку, кофточку с длинным рукавом, такая тишерт с длинным рукавом. Он не тишерт, он шорт с длинным рукавом. Покупала в прошлом году за 10 долларов две такого плана и хотела в этом году купить. Это очень удобно в школу. Правда, оно белое, я как уже не стирала, как не выводила из... хлоркой и совсем очень тяжело отстирывается. Ну, мальчик, сами понимаете. Очень удобное. А в этом году мы просто сейчас пошли, буквально было уйма народу.
толком ничего не успели. Вот я вам хочу показать. Вот Томми. Вот адрес мола. Вот я купила за $28. То есть промо-прайс 28. 11-14. Ага. Значит, за 28 вместо $60 я купила Кости шорт. Вот такой вот сейчас мы посмотрим. И купила и дошки кофточку. Сейчас покажу такого плана. И Габи штанишечки за 11.70. И до кофточка получилась за 14.99. То есть с налогами это обошло $60.21. Вот мы купили вот кофточка. Так, вот Томми у Кости получается размер medium. Вот цена была 56.99, мы купили за 28. Вот это такая кофта, она получается с длинным, так, это какой-то здесь журнал мне не нужен. Она просто вот такая вот, как спортивненькая, обычная, как футболка, только с длинным рукавом. Вот на сейчас как раз с длинным рукавом, вот такая вот она. Вот. И дошки я взяла. Костя, встань, пожалуйста, выключи таймер. И дошки взяла такой красивый желтый цвет. В полосочку здесь такой декоративненький карманчик маленький. Вот. У него размер. Вот я беру SP. Тут, знаете, каждая фирма свой размер. Надо смотреть, например, в каком-то другом магазине 6-7 лет это очень ему впритык, даже маленький. Иногда я ему беру 8 даже лет. А здесь Томми 6-7 как раз хорошо, но даже ему великовато немножко. Вот. Тоже на такой простой рукавчик. Вот. Все. Такая простая в полосочку. Здесь только флажочек. Вот. Даже сейчас на нем, вот он лежит, это тоже на нем с Томми. С прошлого года мы купили. Вот тоже Томми. Вот за $10 я брала в прошлом году. Очень практично, удобно. И габушечки, маленькие штаники. Они такие. На 3 годика я их взяла. Почему? Потому что она девочка крупненькая. И будет ей немножко на вырост. Тоже была 50% скидки. Вот такие хорошие штанюшки. Смотри, сколько они, где цена. 19.50 были за 11, увидели. За 11. Штанюшки классные такие, с кармашоночком. Такие просто ровненькие. Чтобы... I'm hungry. Опять? Ну, мы сейчас сушки. Сейчас сушки мама сделает. Суши! Если... If you love sushi, then leave it in the comments down below. Иди. Тоже умник. Вот. Ну, все, так что вот это наши были покупочки на сегодня. Like me. Like me. Ты будешь comments below оставлять? Ага. Uh-huh. Хорошо. Все, ребятки, пока. Это был немножечко наш такой поход. Мы уже замученные. Габи уложили спать. И, в общем, идем заниматься к экзамену. Вы-то увидите это в четверг после экзамена. А мы сейчас занимаемся к экзамену. Готовимся целыми днями с Костей. Ужас. Все, пока.